В Иванове приступили к асфальтированию придомовых территорий. Двор многоэтажки по адресу улица Калинина, 7, стал первой ласточкой. Аукцион на проведение этих работ был разыгран еще в прошлом году, поэтому дорожная техника приступила к делу сразу, как только позволила погода. На дворах применяется асфальт тип Г. Значит, какие требования? Ну, гарантийные обязательства у нас порядка 2 лет. Интенсивность здесь небольшая, поэтому я думаю, что этот асфальт, уложенный на импортной технике, на импортном асфальтоукладчике, ну, будет как бы лежать еще лет 10-15. В текущем году на асфальтирование придомовых территорий с бюджета выделено 120 миллионов рублей. На эти средства планируется привести в порядок 268 дворовых территорий. Основные дворы, как мы и планировали, по этому году мы закончим. Большие и дворы, и те, где действительно большие проблемы во дворах. И потом мы вот планировали 15-16 год уже как раз доделывать по заявкам, которые еще останутся у нас. Поэтому в общей сложности около 1500 дворов в городе Иваново будет, дворовых территорий будет заасфальтировано. Городские власти обещают, что огрехов при проведении работ быть не должно. На каждый двор городской мэрии составлена подробная карта работ, и дорожники действуют строго с ней в соответствии. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.